единоборствах. С победой вернулась с чемпионата Азии сборная Казахстана по карате Шинкеку Шинкай. Турнир проходил в Куала-Лумпуре. В нем участвовали команды из 24 стран. Золотых наград удостоились казахстанцы Дмитрий Моисеев, Адлет Стабалдиев, Илья Яковлев, Жанна Белых, Екатерина Гурова. Серебро завоевал Алексей Леонов. Бронза у Аэлиты Алексеевой. Это у нас предварительный этап чемпионату мира, который будет проходить во время Экспо в Астане в 2017 году. Завоевывание путевки на чемпионат мира. Первое место в командном зачете взяла сборная Казахстана, вторая – это Япония, и третий – Иран.